Работа по распиловке льда уже началась. Это делается для постепенного таяния льда в Клязьме. В период весеннего половодья в Везняковском районе над рекой разводится понтонный мост, и жители нескольких деревень заречной зоны оказываются отрезанными от районного центра. Для организации жизнеобеспечения населения здесь ежегодно принимаются все необходимые меры. Работает лодочная переправа. Ежедневно завозятся продукты питания и медикаменты. Организуется работа отдельного пожарного поста. В населенных пунктах Собинского района большие и малые сокольники этой весной возможно подтопление жилых домов. Жителям предлагают на время весеннего половодья уехать из своих домов и разместиться в пунктах временного размещения. В настоящее время сотрудники МЧС и представители администрации проводят с населением большую информационную работу. Уточнение перечня населения, которое нуждается в оказании медицинской помощи для того, чтобы впоследствии обеспечить их заблаговременную эвакуацию. Подготовка пунктов временного размещения для населения, в которые они будут размещены при необходимости, при осложнении обстановки.